артисту приходит удача, когда этот самый артист может найти себе такого композитора, песня которого петь легко. Те, кто сейчас будет на этой сцене для вас выступать, им всем просто однажды повезло. Они его встретили. Валерия и «Фабрика звезд 4». За роялем Виктор Дробыш! На вершины всех российских хит-парадов. Это была еще и самая исполняемая песня на кастинге «Фабрики звезд 4». О такой песне может мечтать каждый артист. Спасибо, а это была Валерия! Спасибо вам большое. Ей повезло, ее мечта стала реальностью в лице Виктора Дробыша. А кастинг «Фабрики звезд» — это было действительно что-то. Раз 100 часики там прозвучали, я вам гарантирую.